Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы будем слушать Маркова и его трек, который называется «Осадки». Вот и наступил ноябрь. Ты что-то сегодня вообще заговариваешься? Просто я после работы. Впрочем, как и всегда. А наступил ноябрь, осадки увеличились, поэтому песенка про осадки в самый раз. Ну давай, Маркул, удиви нас. Казалось, я повзрослел, везде, но только не дома. Я на все готов, и она на все готова. Никакой любви, пустые разговоры. Все, что мне знакомо, это кинуть тех знакомых. Осадки, все, что мне выпало в остатке. Промок до нитки, но не пожалел ни капли. Я не смогу это забыть. И там, где я, все ожидают лишь осадки. Я просто хотел повеселиться, но как тебя увидел, понял, та еще актриса. Артистом называли, когда я не был артистом. Я мистер объебу в отчеты, я сын афериста. Схемы все от бедности, но яблоко от яблони. Все мы в неизвестности, ты главное не обмани. Знаю все окрестности, знаю те их слабости. Я пропавший без вести, ворую твои радости. У меня столько друзей, они так висят, что это хата как музей. До утра, коридоры в никуда, я бегом по ним, но только от себя. В молодой голове, пока года мимо бегутся, то же самое. Но мой квартал и Голливуд не то же самое. Если пропал, то не найдут, я бегу заново, снова заново, yeah. Молодой голове, пока года мимо бегутся, то же самое. Но мой квартал и Голливуд не то же самое. Если пропал, то не найдут, я бегу заново, снова заново, yeah. Дай мне минуту, все, что хочешь, раздобуду. Быстро нарисую, мистер любит амплитуду. Месть — это круто, моё любимое блюдо. Со мной кукла Вуду, я снимал это ублюдок. Грязь, строю суток, у меня пустой желудок. Я устал от муток, правда, больше не могу так. Но все мои кенты тогда опять меня осудят. Братья до конца, я не ебу, где эти люди. В молодой голове, пока года мимо бегутся, то же самое. Но мой квартал и Голливуд не то же самое. Если пропал, то не найдут, я бегу заново, снова заново, yeah. В молодой голове, пока года мимо бегутся, то же самое. Но мой квартал и Голливуд не то же самое. Если пропал, то не найдут, я бегу заново, снова заново, yeah. Осадки, все, что мне выпало в остатке. Промок до нитки, но не пожалел ни капли. Я не смогу это забыть. И там, где я, все ожидают лишь осадки. Ну, друзья мои, что хочу сказать про Маркула. Маркул, он, конечно, нашел свою нишу, и там он успешно развивается. Такой, как Маркул, ну, можно сказать, что все-таки он достаточно индивидуальный. Так просто его нишу никто не займет. А что в нем положительного? Ну, во-первых, вот как бы по музыке он всегда раз. Во-вторых, очень много у него, ну, помимо текстов, которые, в принципе, складные и понятные, у него очень много вот таких вот иносказательных выражений про то, что, о чем он хочет рассказать. А вот... Максим опять накурился, а сейчас мне будет плохо. Да, дурацкая привычка, вот он пришел с балкона, все, мне тут все курить уже. Курить плохо. Курить плохо, открывай на все это, или сиди там, пока все не выветрится, и не возвращайся. Потому что все, что ты оттуда пришел, принес, ты сюда принес. А я пассивный курильщик. Вот. Значит, у Маркула вот очень много таких вот подтекстов красивых и интересных, которые приятно слушать. Это тоже. Ну, конечно, он такой, знаете, это печалька у него всегда, печалька. Ну, в принципе, а про что еще петь, да? Про несчастную любовь или про счастливую любовь. Вот. Ну, сегодня я первый раз поймался на мысли, что Маркул такой, как-то он запел, как будто заплакал. Думаю, ну вот, началось. Я не люблю как бы вот эти тянущиеся нотки, ну, а у Маркула они, вот мне как-то они показались. А вроде как бы он всегда так читает, но как-то никогда это у меня это
не сильно трогала, а тут я что-то как-то даже почувствовала. Ну ладно. Значит, тема раскрыта, единичка. Изюм, как всегда, присутствует. Хотя в этот раз, мне кажется, он очень много был похожего на него. То есть не так много изюма, как всегда. Но все равно песенка менялась, и музыкально, и все. Поэтому что-что. Вот, 8 за тему, за смысл. Все понятно, все складненько, все хорошо. 9 за музыку и 8 за атмосферу. Ну вот, что-то вот где-то помешало чуть-чуть, что вот мне прям вау по атмосфере. Итого 27 баллов, друзья мои, делим на 3. Маркул получает 9 баллов за свою песенку «Осадки». Может быть, он бы получил бы и 10 баллов, но вот мне показалось, что он такой немножко в этот раз похожий. Возможно, нет. Возможно, ошибаюсь. Ну, такой какой-то, как всегда. Всем пока.